гори псовы. Кто убьет, больше не хилю. Вот, кстати, не видно, кто убил. Да, это все хуй. От смерти. Вага тебя убил. Вот так вот, да? Серьезно, я запомнила это. Чтобы пройти. Видели, что про меня написали? Написал Хидромедра. Дебил этот, который. Ты сначала скажи, что он написал, а мы сами вывод сделаем, дебил он или, может, неплохой человек, на самом деле. Сейчас скрин скину. Может, он правду пишет? Ну, вот я тоже думаю. Мы как должны часть... оценить. Заходит этому 250, этому 500, ставки повышаются. Ну да, тогда он же все это говорит, дед. Что из гильдии кикнуть может за то, что на БГ человек во время РТ, блин. Вообще без предела. Был здесь гильдии? Да, что он этот, как его был. Не вижу информации на фудилке. Сейчас фотку загружу. А кто это такой? Скину. А кто это? Что за чувак этот? Да я поржал. Это, помнишь, у нас был лог? ГМ конченый, часы, и думаешь, что только он... Кстати, он вообще ДПС давал когда-нибудь? Так, на первый нет. Пункт, кстати, норм. Так, дальше. Блять, меня летом почти месяц не было, и никто не кликнул. Я вот тоже сижу, думаю, это, по-моему, от игрока. А там ниже нет, случайно, сообщения линкпака, типа, подписываюсь под каждым словом, не? Фигня какая-то. О, Полин, я, кстати, тоже могу хилить не буду. Это заговор, вот. Ну смотри, он избавляется от хилов потихоньку. Это бабий бунт. Это не баби, это хиловской бунт. Вот сейчас он выбрал тебя, въебёт, вот посмотрим, будешь ты хилить его или нет. Нет, Жужа, я это вагабонда сказала. Серёжа, ты тоже Серёжа? Самое прикольное, знаешь что? Мы тут это, все Серёжа. Эта херня работает в двух направлениях. Объясню почему. То, что он так написал, типа, мне... Реально, ну, адмиралу, мне там, блядь, кому-то еще, кто-то мне еще писал. Начали писать асгарды, там, знаешь, некоторые люди с джоков. Че у вас там реально так все этот? Да хуя ГП дается, знаешь, там этот, то косячить нельзя, что у вас там этот. А че это такое, вон, запы только тем людям, которые носят там ткани или... Ну, короче, это неправда. На самом деле, вывод, который я могла сделать, или не, Полина, я тебя перебила, наверное. Я просто внезапно сделала вывод. А вывод следующий. Человек максимально не понимает, что он пишет. Причем даже дело, возможно, не в том, что он пишет, а в том, как он пишет. Человек русского языка не знает. Есть два варианта. Либо ему 14 лет, и у него ПМС, либо ему 40, он работает грузчиком на стройке, и его просто жизнь обидела, потому что, ну, человек конкретно... Ну, я вот прочитала первые два предложения, первые два пункта, а дальше я нихуя не поняла, потому что там явно не по-русски. Чё? Про запы какие-то, блядь, пиха, наныл, блядь, шкаву. В белой стае ситуация с приходом на РТ такая, ну, же. Самый главный пункт был первый. Нет, первый пункт правильно, а дальше, видимо, его понесло.
Самое интересное, что его кикнули со всей гильдии Орды и Альянса. Его, блядь, вообще нигде не хотят увидеть. А как у него? Он возьмет и создаст свою гильдию с Блэкджеком и шлюхами. Как у него ник-то у этого ник-то? Помнит, тот у него ник был, наверное. Это Лок был? Да, Лок. А как ник не помнит никто? Блять, как ник был? Адачи? Это Адачи? О, да. Адачи? О, забей. О, Адачи это же малолетний долбоёб. А тогда я угадала, смотри, я не знала. Ништяк. Блять, это что-то знакомый ник какой-то, только я не помню. Адачи, маленький долбоёб, что ли? Пришёл один раз, попросил взять его в рейд на шмотку, а потом уходил, вообще никого не предупреждая, просто съёбывался. Видимо, мамка звала, получается. Или папка. Или папка. У кого-то есть папик, у кого-то есть мамик. А у кого-то братовар. Вот меня мамка сейчас позовет, я скажу, меня зовет мамка, соответственно, меня никто никуда не кикнет. Ты уверена? Ты уверена? Я такая сейчас думаю. Ну ладно, да, кикнут, даст, дадут да, минус 100. Я там этот сегодня подогнал, а не понял, я борьбу. А, да, тебе не добить, ты же я надо. Подмазываюсь, так что меня не кикнут никуда, все нормально. Ой, ой, как фонит, блядь! Фонит, извини, пожалуйста, не хотела. Ты там как будто семки щелкаешь и пивасиком забиваешь. Да я в сраче на столе наушники найти не могу, погоди. Короче, я придумал тактику на вторую фазу, отчасти. Она будет сложной в том, что надо будет этот двигаться. Но зато не надо будет контролить мобов. То есть мобов контролить не надо, и взрываться не будут. Двигаться это сложно. Движение это жизнь. Тут будет зависеть все будет от четырех человек в рейде. Которые будут лутать ГП. Типа, можно смотрите, есть вариант. Взрывать всех мобов вместе. Вот, допустим, объясняю, как на второй фазе. В связи с тем, что мало места, и мобы, блядь, быстро доходят до лара и проходят дохуя урона, мы сделаем проще. Мы разлили лужи, потом сбежались в одну точку, дали масс-сейвы, короче, купол ДЦ, Шивы Вара и, блять, Массакру плюс Мастер Аур. При этом еще будет лежать лужа ДК на этот. На саппорт к огню. Плюс что у нас еще будет? Ты думаешь, это все застакается? Да, это все стакается. Вот. И в чем прикол? У нас снимет примерно от взрыва мобов, у нас снимет. Сколько? Забыл саппорт. Ну, саппорт у нас снимет, короче, 50% хп всего рейда. То есть все мобы сразу взорвутся, и у нас 50% хп у всего рейда снимет. Лёх, а хочешь еще одну фишку подскажу? Мы же еще и в хп, если что, можем чуть-чуть да. Забиться, если нам бегать меньше приходить. Слышишь, пробовал как-то раз на фурика одеть 4 куска на протовара. И, ну там нужно, чтобы защитная стойка была активна. И прожимаешь, и она также вешается. Колодец еще 2% урона гасит. Вопрос остается только в том, застакаются ли две ШВшки. Если да, то можно ути попросить так замутить. ДПС особо не... Так вот, можно прямо сейчас проверить. Ну давай, ути, одень 4 куска. Да, если мы это все сразу сейчас прожмем, по-моему, сервер упадет. Две ШВшки. Объясню почему. У вас ШВшка будет откатываться от одного до второго феникса. У вас обилки эти будут эти, получается, откатывать. Надо будет делать. Не, я к тому, что если не хватит, как вариант. Да я понял, просто хватит.
У нас сейчас нормально по этим сейвам. Путь убить это. А Анкюри разве не с нами был? Так, короче, ставлю. Мы сейчас на первой фазе эту хуетень проверим. Серьё? Короче, вот. То есть первая лужа первая. Короче, рассредоточитесь все, чтобы лужи разлились. Один раз, второй раз. И потом будете сбегаться вот эту. Дальше. Объясняю, что делаем дальше. Этот. Короче, сбегаете сюда. Сбегаете сюда. Как появились. Гриб к Делору. О, этот. Гриб к Зум Делору забанит троих мобов. А мы всем взорвем. Посмотрим, как от Тими будет. Ну, типа, три лока есть, грех не банить. Пишем. Семь взорвем. Семь взорвем. И получается, фласки кто-то выпить. Кават заберешь босс, потанчишь. У меня у тебя... Когда скажу, бегаем, появились, ты идет каст второй лужи. Появились, все сбегаемся. А? Дальше, что делаем дальше? Настя, бегаешься сюда, упал. Будет с тебя ШВшка, Ковац, Сакра, Ваган. Лех, ну Сакру надо будет давать, если я босса танчить не буду, а то с понижением ХП Сакра скидывается. Я понимаю, я буду второй босс. А, понял. Ну что там, Артемия зайдет, ты Калича? Сейчас. Вот, и, короче, не прожимайте своих личных тучки, там, дубовую кожу, эту всю херню прожимай. Долорус, на ДК ты не зайдешь, объясню, почему надо лужа. От 4 до 5 дается. Но мы сейчас попробуем без лужи. Потом попробуем. 4-4, конечно, тоже. Глянем. Лёш, понимание с трудом достигается, поэтому плотное командование надо будет прям чё куда. Короче, набирайте рейндж все луча. Милики тоже. Можете даже босса не бить. Первые лужи появились. Вторые лужи появились. Это Джунен по диспетчеру. Дальше. Появились мобы. Ставите звездочку. Сбегаете звезды. Как только появились мобы, сбежали звездочку и сразу же даем мобы. Мобы идут, взрываются, мы под маску. Даю проверку. Так а что, давай всех мобов взрываем? 7 это вообще урона не будет. Нет, так я это. 7 через минут 10. Минус 3? Так что, где ульти? Да, здесь, у меня бафов нет. А чё, у Анкила доступа нету или чё? Да подождите, мне просто урона проверить, дефы как будут работать, пари иду. Дальше там... Смотрю, а, рыбу вставлю. Мне надо вторая фаза. Вторая фаза, я хочу проверить сейчас. Не хочу доводить до второй фазы, чтобы там проверять. Лучше это сейчас. Взрыв мобов. Если мы мобов будем переживать под масс-сейвами, то нам их даже контролить на второй фазе
Мы просто будем стоять и каждого феникса тут. Просто вовремя надо будет прожимать сейвы. То есть 4 человека должны вовремя прожимать сейвы, и весь рейд просто будет жить. Я тоже так подумал, что это не успеет откатиться. Привет. Здорово. Дена, спикнись пока в хиле. Чего? Да, побудь в хиле. Хорошо. Мы хотим проверить через массейвы вторую фазу. Я вот буду... Смотрите. Дена, смотрите. Постоим сейчас на ренже, можем даже босса не бить. Три лока потом мобы появляются, три лока дают бан, три лока дают бан. Всех остальных мобов не контролим, пускай идут в босс. Это, даем АСДФ и вот, шотнет и или... Ну типа сколько... Нет, тучки можете свои дефы давайте. А дефы только, которые вот это. Ну, общие идут. Если вдруг вы дебаф словите в луже, то лучше то туда, естественно, прожмите. Дай проверку еще. Все, Мозер, иди на пульт на Квата. Квад садят. Босс, звездочка. А что, сапрота пьем? Да, сапрот обязательно. Пойдите. Отойдите все от звезды. Потом сбежите. Просто лужи вынесите сейчас. Недалеко от босса. Вот где Мозер стоит, вот. Лужи. Я выберу. Мы уже выносим и сбиваем всю звездочку. Вы появляются, вот сейчас Маздев. Даем купол, даем эту, массажку, дайте. Это нормально, что у меня купол? Где купол? А, я спрашиваю, где купол? У меня нет. Ну, короче, переживается нормально, если купол был бы. А, чё, а после купола что делать? Чё, половина сдохла, половина? Ну, ШП у локов 20%, да. На ком-то щиты были, да, на ком-то не было. Ну, как бы, бля, некоторые вещи-то надо понимать. Вот, например, 30к хп, 40к хп, большая разница. Не, это, тихо. Чё купола нет? Так, если бы дисконтроля моб один был. Не было купола. Что ты будешь делать, когда после купола? Ты 5 лет просто надо. Опять, мне кажется, реально у него что-то со шмотками. Мне кажется, по 5 удобно было. Ты 5 переодень, одень по новому. Купол был. Еще раз. По 5-то удобнее, но их на второй фазе 10 будет потом. Ну да, ну да. 3 моба за контроль или все зашли? Все. Одного моба я законтролил точно. Я тоже одного законтролил. Там два, два стояли. Два было всего. А, ну вот два законтролил. 8 зашло, короче. Это 8, надо меньше. Ну это гриппов украшит. 3, понятно. Блять, контрольте. 3 моба нет. В смысле, стресс спать выкинуло? Интересно, ДК-шная Т4 застакается? Понимаю. Риф из рейда, ну вы поняли, да? Ну окей, пойду. Ты в рейде, да. Ген. В смысле в рейде? Я зашел, типа я не в рейде, меня выкидывает. Еще раз. Что? Еще раз. А, ты имеешь в виду в рейде, в смысле, я понял. Мне нужно выйти по места. Плюс они... Да подожди, я говорю, с инста выйду.
Я в инсте нахожусь, типа пальцы не кинь. У меня в загрузке зависло. Чё за хрень? Не волнуйся, это ОКХМ. Макрос. Лучше не вставайте, один встаньте и всё. Макупол, макрос там должен быть. Дайте рез. Срез. Раздавар забайтил. Раздавар каких, но сейчас... Ставлю рыбу. Какая-то непонятная хуйня сейчас происходит. Что-то не... Ну, лужа там 150 резиста, да? Сейчас мы имеем 310. Так, короче, три моба должно быть контроля. Просто выйди и нормально пальцы сюда кинется. Вокруг меня трэш живой. А ну как не было. Рано улетел. Скинул во флудилку график сопротивления. Кому интересно. Кикнул меня среди далёх. Это сам кикнулся. Чё раздавака опять? А чё у вас поцелка? Ставьте шкаф. Вы не до конца закрыли, что ли? Блять, сегодня какой нахуй целка хрен? Не, вроде бы я заходил, тебя поспрашивал. Вроде бы в целка собрались, нет? Сумуньте. Субботу? Это долгая история, Дина. Ну ладно. Там люди собрали рейд и думали, что у них нормальный сетап. А потом пришли к боссу и поняли, что они нихуя не могут сделать с боссом. Да какому? Не так все было. Не знаю, кто там что понял, но там все убивалось. Чуть. Я убедался. Все, я в инсте. Так, даю проверку. Я убрел, ешь. Сейчас я рыбу пожру. Все, все. Короче, три бана. И все мобы взрыв. Откатили вашу вэш. Может, на всякий случай хантан законтролить? Купол появился, нет? Понимаешь, вы можете купол законтролить. А я переодела трусы. Там просто реакция у гриба это. Хотя можете на одного лишнего контролить, на два, на одного. Все равно локин. Вопрос, нахуя он тогда в рейде нужен, если он не банит? Это, ну, типа, даже если два лока дадут бан, два ханта еще троллит, получит 4. Два ваших дойдет, после, ну, то есть, в банах останутся мобы, а два ваших, даже если собьется контроль, дойдут попозже. Когда стаки спадут, все, все готовы? Давайте, кого-то. Нам просто кнопка так... купола появилась. Я же сказала, да. Переодеть кусты помогло. Я не проряжу. Давай заберу.
короче, забирает. Сейчас бегаем. Раз, два, три, поехали. Стоим. Шесть. Ну нихуя себе, да, охуенно. Вообще урон не дал. Слышь, ну надо 10 попробовать, да, если так где проблема. 6. Ну скиллов здесь только кто-то. Лёх, ну ты дальше-то план объясни, видишь, вопросы задаёшь, типа, а у них КД там что-то, да? Так, дальше. Мне интересует что-то по-другому. Забрал стаки скин. Так, у кого там... Пеппо, смотри, я считаю, сколько у тебя КДшки. А купол встаёт, сколько у нашего КД. Для следующих мобов. У меня половина. Скажите пунктами. Сейчас я. Так, это. Сколько сейчас КДшки было у вас по времени? На купол 3 минуты КД. Не, я понимаю. На луже минута. Сколько прошло, сколько осталось времени до следующего КД? 30 секунд. Сказали тебе. ШВ 30 секунд. Где 30 секунд? 45 дам. Купол 2 минуты осталось. 35. Две минуты, да? Угу. То есть ровно прошла минута до следующих мобов, правильно? Да. Угу. Блин, как классно хилить и стоять, и не бегать, как чумной. Это... Короче, у нас получается, первая моба, мы взрываем. Ну, то есть можем так взрывать. Так, сейчас пробуем. Все то же самое. Все то же самое. Мы можем через раз. Не? Давай по 5 мобов, да и все взрываем. 5, ну, хорошо, я... кстати, да. Не столько сейвов надо отдавать. Сейчас по-другому пробуем. Я понял. Типа сейчас, короче, передавать купол ДЦ и ШВ Вара. Хочем проводить плюс массакру. То есть на один раз даем, на вторую. Да ёбаный Сирус. Леша, купол раз через два. То есть смотри, один раз даю, два раза пропускаю. То есть я могу давать на первых мобов, на четвертых мобов, на седьмых и так далее. Да это относительно касается только второй фазы. Первую можно и так убивать. Я не могу через один, когда не пройдет. Про второй еще говорю. Второй, блядь, была выживаемость рейда 100%. Можно в 2 ДЦ. Кстати, два купола. Кстати, да, не понял. А на второй фазе где вы там ДЦ будете? А да, какая разница? Не типа не нужен не только это, купол и все. Поставить, похилить где-нибудь. Нет, в сторонке. Просто, понимаешь, можно сделать ДЦ, который будет хилить. Можно сделать ДЦ, который будет и на группы хилить, и они будут там 6 секунд еще отхилить, типа, отхиленным группам. Блять, вы, короче, не вставайте с тела, кто это. Вот такая вот хуйня творится, не вставайте с тела, по 1000. Короче, смотрите, тогда можно сделать по поводу первой. Ну, можно 2 ДЦ реально сделать. Мы в прошлый раз были в 6 хилов, и 6 хилом можно сделать ДЦ. И 2 ДЦ будут и шилдовать рейд быстрее, меньше урона на первой фазе будет проходить по лейду. По распределяться попасть, там первая, вторая, один ДЦ, третий, что-то да. Другой. И можно будет два купола отдавать. То есть с учетом двух, ну, типа, купола ДЦ урона, блядь, значительно меньше проходит, просто в разы. И получается, что первый купол ДЦ, потом Шевевара, потом второй купол ДЦ, потом снова Шевевара. Первый купол ДЦ. Короче, купол ШВ. И так можно будет чередовать. Но и это... под каждую массакру отдавать. Да, и под каждую плюс можно будет мастер ауру отдавать. И массакру. Так, мне сейчас что?
Пока в холике или в ДЦ? Спекнись в ДЦ. Спекнись тоже в ДЦ. Давай, тогда нам нужно будет настакать сейчас эти. Но при этом. Щиты. Но при этом, так как мы будем отдавать DNCF, то есть ШВ-вара, допустим, купол ДЦ, при этом три лока контролите плюс ваха. Да там два хата. Два хата, киньте трапы. Чтобы 4 моба, 4 моба было 100%. А 4 моба это не так критично. То есть 4 моба законтрольте. Короче, и преимущество. Смотрите. Будете контролить мобов. Контролить. То есть локи вот с этой стороны, где лужа появляться. Три лока, да? Вот с этой стороны. А ханты 2 вот с этой стороны. Я буду. Ваш приоритетный контроль, чтобы точно. Просто при этих, при такой позиционной перейде на второй фазе бегать вообще никуда не будет. Я сейчас думала, кто так строчит? Настя. Да, это я изменяю. Хватит, любовник. У меня целый рейд любовников. Короче, тебе рулет. Да успокойся ты, я тебе уже лапы по лицу настучал, он все лапу просит. Этот, суманите на рулета. Я сейчас, сейчас еще плюс лужа будет от декана. Давай больше стак, больше семи. Да, а педжу лока, да и кидает этот щиток, там сопротивление он же накидывает или нет? Ну вы прожимали свои сейвы или? Я надеюсь, никто не... А, блин, это стакается или... А, не стакается. Обидно. Не прожимайте свои сейвы, мы так не можем проверить. Не надо сейвы. Надо проверять урон без сейва. Не, Фарад, можно так-то еще припод, типа, на крайний случай пить, который на резист к огню? Он не стакается с флаской. Нет, там есть другой, там есть припод, который поглощает именно урон от огня. Короче, становитесь на рейс. Что там, Лёха, по очередности напомни? Первое, что там будет? Первое будет купол. Купол ДЦ. Купол ДЦ. Кто первый дает? Давай я. Короче, хорошо. Пускай... Она дает. Настя, плюс ШВшка. Потом второе будет. Купол ДЦ плюс масса кра. А вообще? Типа, сколько? А... Ладно. На третье, купол ДЦ должен откатить с твоей ШВшкой, снова ШВшка с купол ДЦ. Четвертый купол должен откатить уже у... На третью не откатится. А, не откатится. Тут половина рейда свои сейвы есть. Короче, которые откатывают. Свои сейвы жми. Дальше, первый купол Настя, второй тогда ШВ дашь. Блядь, ШВ быстрее откатывает. На второй ШВ отдашь, короче, ты Войд. Третий купол будет Элбрила. На четвертое будет Настя. Четвертое опять я могу, да. Потом снова будет ШВ. Твое ШВ. Потом купол. То есть вы четыре. Я понял. Будете. Короче, вторые мобы и так через один мои. Короче, Настя, ты Элбрил. Настя, ты Элбрил. Вот так будет. Этот, Карина, ты на ДКшке или с этот Нурглет? Так их двое, и Нурглет Артемия у Рэббита, шо? Короче, Нурглет, смотри, что тебе... Просто лужу вот сюда вот кидаешь, звезды. Все, что от тебя требует. Лужу, которая на сопрот, на резист дает. И пробуйте сейчас все полностью нажимайте свои сейвы. Все. Давай на. Стойте на РНЖ. Просто пожить. А мы же как вы сейчас перевели. Хантов бафните, дайте приста баф.
Дайте каску по ханту. Можете туха еще бафнуть. А спина всякий есть. Каст. Слышно. Ваши дети. Лужу туда взводит. Каз. Заберешь? Да, забираю. Кават Масарка. Лужу тут куб полставь. 4 контроля пошло. Че не 4? Вот мне тело дать БР. Каст отбудить. Боже, вынести. Рен. 11. Адмирал. Забирай. Может там ДКшный бежит? Контрольте, короче, локи. Туда от той помогу. Дрип сзади пушку. Так, я МСА туда и давай шва. Охуя откинули, вы чё, блядь, творите, швешка? Хил. Всё, эти пускай контролируются. Всё, отпускайте. Не пратик. Хил. Зря отпустились. Пустите же. Масака у тебя откатила? Вчера урлана. 3-2, да, открытил. Так, чё мне, когда давать нужно будет? Инар, дайте по Элбрилу. Пришёл с меня. Все сбежит, дети. Мобы появились, контроль мобов, сейчас это, давайте. Сейвы. Купол, купол. Где купол? Не знаю. Я нажимал два раза левой кнопкой, и правой ни хрена он не нажался. Кнопка была. На кнопку и на пол надо нажимать. Так понятное дело, кнопка потухла. Может там так, для активации так? Кнопочки, может какие-то ресурсы? Может быть общее КД? Нет. Не может такого быть. Может нахер этих двух ДЦ? Может усилки в стаму пилить? Блин, может быть, будем да чуть бегать, чуть стоять? Зачем все время стоять? Нет? Да мы, блин, это на вторую фазу. Типа тест на тупо на вторую фазу. Сможем ли мы так переживать или нет? Ну, может, на второй фазе не в куче будем все вместе стоять? Типа, да какая разница, тебе там нужно бахать, ну, у тебя там мало пространства, ты не покатишь. Сейчас мы тестим тупо, чтобы ну, на второй фазе так делать. Первый-то понятно, мы можем кайтами убить спокойно, ну, перевести. А вот на второй это уже геморройно. И мы это сейчас просто тестим, чтобы по 100 раз не переводить на вторую фазу. Мы это можем потестить на первый. Голосую за Делоруса. ДК 4. Да у меня доступа нет сюда. А, я не могу. Так надо делать доступ. У тебя 4Т5 есть? О, 4, да, 4, да, 4, да. 4.